Сегодня у нас 27 февраля 2023 год. Новый спортзал. Вот смотрим, течет. Вы видите, губернатор выделяет деньги. Думает, что все будет нормально. Здесь все выделил. А тут такая работа. Но это мелочь еще. Смотрите, что здесь происходит. В режиме дети, хоть вонь. Вся канализация здесь. Вы видите, в каком состоянии. Ноль. Нарушений куча всяких. Руководству все равно. Это вот мужская раздевалка. Что творится? Полный беспредел. Я говорил, что творится в районе беспредел. Я всегда говорю, этим многим не нравится. Здесь тоже канализация, вонь. Вся идет. Дети ходят, взрослые придут заниматься. Мало что. Потолки, вы видите, какие. Все отваливается. Здесь тоже вся канализация забита. Все. Полностью все негоже. Потек на потеке. А деньги выделены. Потек. Смотрим. Здесь, смотрите, потек. Вон угол. Течет. Здесь в углу потек. Здесь, посмотрите, канализация полная. Вот, смотрите. Все течет. И разницы им все равно. Здесь смотрим. Все назад, все вытекает. Вонизма ужасная. Все всем по барабану. Лопается, вот, смотрим, трескается. Зал запустили только перед Новым годом. И вот такое состояние. Я же говорю. Людей начали отталкивать полностью. Когда мы просили 400 квадратов на спортзал, а они уменьшили на 200. Теперь ринг поставили. Ринг, ну, не соответствует, конечно. Здесь тоже недоделки. Тоже потеку в углу. Зал так хорош. Ну, тут надо некоторым ребятам по голове дать. Вот это спортивный комплекс. Вот такая вот ситуация. Без полностью, без... Ну, без контроля все. Похорону. Извиняюсь за выражение. Ну, чистый бардак творится. Так что такая ситуация. Просим помочь. А то району это разницы нет, им все равно. Они занимаются только мною.